Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, 2 звезды. Я хочу посмотреть, где я сейчас в данный момент нахожусь. Так, меня сбросили. Меня сбросили до Лиги Мастеров, 1 звезда. Сегодня у нас... Сегодня у нас воскресенье. Друзья, завтра понедельник. Так, я даже не буду там никуда смотреть. Побежали сразу же прямиком проходить арену. Для чего? Ну, ребят, завтра понедельник, завтра откат, и нам нужно получить Лигу Мастеров 3 звезды. Если мы сегодня поиграем, допустим, дойдем хотя бы до... Ну, до Лиги Мастеров 2 звезды однозначно дойдем, тут к бабке не ходи. Но хотя бы приблизимся, уже к 3-й лиге, это будет хорошо. Потому что завтра, если я успею встать, я добью ее перед началом отката. И все. Поэтому как бы сегодня у нас вот такой вот, ребят, выдался шанс. На выходном, к тому же на моем. Что бывает очень редко. Обычно у меня, как всегда, рабочая смена, и мы нифигашечки не успеваем. Но здесь немножко, ребят, по-другому все складывается. Складывается в мою пользу. Поэтому терять такой момент я как бы не хочу. Я не намерен. Так что давай попробуем. Единственное, да, может быть загвоздка в откатах. Про откаты, это, конечно, другая совсем тема. Их вечно не хватает. И, кстати, рекламу, ребята, я вот, помнишь, говорил, я забываю смотреть рекламу. Я начал смотреть, ребят, но дают только первую. Вот первую посмотрел, все. Вторую, третью, четвертую не дают. Я не знаю, с чем это связано. Но они мне не хотят давать. Так, ну что, друзья мои, нам придется тратить по 2 отката. Ты, наверное, уже догадался об этом, потому что 74-й, а максимальный здесь 78-й, 79-й ранг. Вот, тут особо сильно не забалуешь. То есть по 2 отката, сам понимаешь, у нас их 24, это буквально на 12 поединков. Что такое 12 поединков для нас? Это, дай бог, если мы доберемся с тобой, скрипя зубами, до Лиги Мастеров 3 звезды. И то непонятно, неизвестно. Видишь, 91, было 99. То есть 8 ступенек всего пролетели. Всего лишь. А бойцов, как ты понимаешь, у меня не так уж и много. Не так уж и много. И откатов у меня тоже не так уж много. Так что вот будем как-то сейчас вот выкручиваться. Пытаться скрипеть зубами, драться, грызть землю. Но Пит! А, фига себе, у Пит инициатива такая высокая. Серьезно, на 76 уровне. Я бы, честно говоря, не подумал бы. Но это хорошо, что он там начал. Он, знаешь, что на самом деле мог бы сделать, ребят? Повесить на всех уклонения. Взмах крыльями, как говорится, песок в глаза. По-моему, так называется. И мы бы просто бы как эти, как слепые котята бы стояли бы, ничего не могли бы сделать моему. Ха! Вот это был бы поворотец, друзья мои. Вот это был бы Уэлсон. Да? Но, видишь, он пошел почему-то клевать зерно. Дело его, конечно. Так, ну что, давай, Рафаэль. Вжучим по полной. Да уж, по полной вжучил, конечно. Так, возьмем уклонение и поставим Рафаэля сразу в провокацию. Так, Пит, ты меня раздражаешь. Я знаю, что ты будешь хилять команду. Поэтому мы сделаем вот так вот. Слабачков вроде бы как нету, поэтому все выдержат натиск противника. На тебе. Ну-ка, запах изо рта. Слушай, понизили броню. Разбираем Криса Брэдфорда и... Ну, хорош, 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 Рафаэльчик. Ну что ты делаешь? Ну, получил. Вот так вот. Замечательно. Ну что, мы двигаемся дальше, и у нас... Давай 70-ю. 73-я. Блин, очень медленно продвигаемся. Зато 17-24. Это максимальное количество. Я беру Зека, беру Крэнга. Зек и Крэнг вдвоем. Сладкая, блин, парочка. Справятся ли они? Зек, насколько я помню, на высоких уровнях противника не особо хорошо бьет. Не особо хорошо отнимает у них здоровье. Крэнг-то понятно, он в любом случае... Ну, слушай, может быть, сейчас, кстати, и пробьем. Есть такая вероятность. Но обычно Зек дает слабину.
Он стреляет, но такой маленький урон наносит, что ты просидишь и думаешь, а зачем я его вообще взял? Ну, тут, видишь, тут все хорошо прошло у нас, и мы двигаемся дальше. Так, обновим. 17-23. Берем Усаги и берем Кренга. Раз, два, три. Берем Усаги и Кренга. Вот они вдвоем пойдут у нас. Ой, тихо, ребята. Тихо, тихо, тихо. Я тут просто, ё-моё, вляпался. Я тут пасту теребунькал. Вот эту фигню. И у него колпачок этот слетел. И теперь у меня все руки, блин, в чернилах. Твою налево. Да теребунькался. Теребунька тоже мне нашелся. Ладно. Потом вытерем. Да и паста, по-моему, если честно, сухая какая-то. Видно, уже старая. Ну что, друзья мои, почти до полтинничка мы дошли. 56-й ранг, это уже радует. Прям веселит меня то, что мы все-таки сегодня перейдем в лигу. Но нам нужно мало того, чтобы перейти, нам еще нужно закрепиться, как бы, по большому-то счету. Фиг ли без закрепа там делать. А вдруг я завтра не смогу проснуться? Ну, рано, я имею в виду. И че? И сфейлимся. Поэтому надо брать с запасиком. Так, ну что, полтинчик. 48-я. Ну давай возьмем эту команду. Я все-таки на откат возьму Армагона плюс слэш. Армагон и слэш, ну... Ладно, инициатива, я вот не помню. Видишь, тут перед каждым бойцом у каждого своя инициатива. Так же, как и преимущество по атаке. Армагон красавчик. Да, он добьет. Сможет, надеюсь. Да. Возврат урона. Слушай, а как он на себе делает возврат урона? Это как с, у кого? У Шреддера, по-моему, да, есть? Когда он его атакуешь, он сколько-то процентов от урона возвращает тебе обратно в лицо. Есть такая фигня же у него? Так, ладно, берем вот этих двух. Двух топовых, так сказать, бойцов, которые будут прикрывать трех маленьких, слабеньких черепашки из космоса. Или космические черепашки, как они там правильно называются-то. Ну, прописывай давай. Да, ну, это и понятно, ребята. Ты уровень-то максимальный у наших противников. Максимальный для арены. Вот, поэтому Маузер, естественно, их пробить не сможет. А мы переходим на 20... На 30-й. Мы еще до сих пор на 30-м. Я уже думал, что на этот, на 29-й перейдем. Нет, ничего не перешли. Откаты пока есть, поэтому берем и тратим их. И бойцов-то у нас еще, ух, как много. Армагон начинает, приступает. Красавчик, даже двоих вырубил. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо ты лезешь. Это он, если бы он попал бы, например, бы сейчас вот сюда бы, или в этого Майки, он бы его распластал бы, я серьезно говорю. Причем этим лучом. Он его сдул бы. Ядре не фени. Поверишь мне. Так, ну что, Крэнк, пора тебе уходить вон вместе с Леонардо. Даже как-то вот так вот смотреть, да? Леонардо и Крэнк в одной команде. Это уму непостижимо. Уму непостижимо, потому что они лютые враги. Это как и черепашки, и Супер Шреддер. Так, чё, а, Карайка. Карайка-то выпендривается. У него, конечно, инициатива-то нормальная. Давай. А этот с уклоняхой стоит, смотри. А-тя-тя-тя-тя. Сейчас он, нет, он делает иммунитет. А если бы он захотел, он бы мне сейчас мог Алапекс уничтожить. Мне так кажется. Ну ты завязывай давай уже, парень. Да хорош. Ну-ка. Фух. Фига себе, он в инвизе. Плюс еще на уклоняшках сидел.
Трындец. Так, ну что, 13-я позиция. Обновить. Беру Армаглушу и беру Кренга. Кренга, конечно же, Кренга. Раз, два, три. Слушай, я думаю, до полтинничка доберемся сегодня. Это будет шикарно. Ну, до 50-60 ранга точно. Как меня этот хан вшивый, а? Ты посмотри, что он сделал, а? Он просто взял первым, ребят, сходил. Просто взял, сходил первым и шваркнул мне бойца. Пипец. 57 и 78. Просто ушатал, ребят. Просто тик. И все. Зашибись. Да. С удара вынес. Но это непростительно. Давай, зэк, мсти. Ну вот, вот, вот сейчас он, ребята, очень мало нанес урона. Я не знаю, Армагол может даже не добить. Нет, он всегда добивает. Но если бы не добил, опять бы тут полетели бы клочки по закоулочкам. Ну, переходим. Да, ребят. Лига мастеров 3 звезды, собственная персона, но останавливаться пока еще рано. Радоваться тоже. Нам надо двигаться дальше. Нам нужно укрепить наши позиции в этой лиге. Как ни крути. Это просто необходимость. Это идея номер один. Погнали. Рамагуша берет валун. Сразу троих ушатывает. Крен, добивай ракетами. Не будем делать луч. Бомбанем ракетами. Шикарненько. Просто шикардос. Идеальная победа. И мы продвигаемся дальше. У нас получается сейчас 90-я будет. 88-я. 88-я позиция. Берем Армагона и возьму я... Тихо ты. И возьму маузеров. Блин, что-то по три персонажа. Так долго их хватает нам. Ну, я имею в виду то, что мы с тобой двоих на откат и трех берем всего лишь в команду. Долго не тратится. Когда ты одного персонажа берешь, да? За откат там, например. Ой. Вот это я сейчас, ребята, тупанул. Фу, нам повезло крупно. Я вместо массовой атаки сделал единичную атаку, прикинь. Вот это я, да, вот это я. Вот это я лопухнулся бы сейчас. Давай, Армагуша, валуном его, пожалуйста, ушатай. Бинго. Блин, что за фигня, ребята? Я вроде сегодня спал. Да, спал до 5 часов вечера. Ну, с работы пришел. Блин, мне опять спать рубит. Прикинь. Просто засыпаю. Ну, давай. Нет, я не буду где хан брать. Вот эту возьмем. Армагон. Раз, два, три. У нас, кстати, 7 откатов. Это 3 поединка еще. Блин, и жрать захотелось что-то. Прямо аж сосет под ложечкой. Почему такое выражение, да? Сосет под ложечкой. Под ложечкой. Не под вилочкой, блин. Под ложечкой у тебя сосет, блин. Кто у тебя сосет под ложечкой? Так, ну что, тут идеальная победа. Сегодня, не знаю, ребят, наверное, еще сыграю Delivery from the Pain. С едой проблемы там у меня, как всегда. Кто? Сельджа? Сельджа? Это такое имя или это никнейм? Сельджа. Интересно. Может, Селя? Сель же как-то, ну, не совсем звучит, да, хорошо, сель же. А Сея? Селя. Селя нормально звучит, Селя. Тихо, вы чё? Эй-эй-эй-эй-эй. Я еще удивлен, как мы тут вышли, друзья.
Что-то не так уж мощно бомбанули Маузера. А, они, видишь, они ударили лучом. Если бы они бомбанули бы вот этой вот перчаткой, ну как они, в стойке-то встают, тогда бы, наверное, упали бы у меня тут ребятульки. А луч не такой сильный, мы уже проверяли это. Луч фигня. Так, Армагон плюс кожеголовый. Раз, два, три. У меня остается, ребята, три отката. Всего лишь-то. Это получается на один поединок только. Ну-ка, Крайка добьешь? Ну, хотя бы так. Да, сейчас я потрачу два отката. Можно, конечно, попробовать взять. А, 49-я позиция. Ребята, полтинничек взяли. Уже замечательно. Если я, например, сделаю вот так вот. Возьму маузеров за один откат. И с ним пойдет вот это вот братья. Сможем ли мы с помощью маузеров одолеть их? Если бы мы, например, морозилку бы сейчас ушатали бы, было бы очень даже неплохо. О да, ребята, это очень даже неплохо получилось. Ты посмотри. Маузер рулит. Ну что же, тогда получается последний бой у нас на арене. Получается у нас на арене последний поединок. Если я, например, взял бы... А подожди, может быть... Сейчас, секунду, где Маузер? Вот они. Давай попробуем. Раз, два, три, четыре. Попробуем еще один поединок. На одном откате сыграть. Может быть, нам проще будет брать Маузеров, да вот и с помощью них проходить вот так вот дальше. Ой. Наверное, не получится, ребят. Шреддер, давай. У них пониженная защита, должен пробить. Блин, этот кабан жиртряс. Жиртряс или жиртрест? Жиртрест. Все. По башке получил посохом. И 30-й ранг. Вот если я даже, например, еще один поединок захочу. Нет. Я раньше также боялся Майки, теперь почему-то боюсь Хана. Да. Ну где вы, Маузеры? Где вы, мистер Маузер? Вот он, мистер Маузер. Оу. А у меня больше никого не осталось. У меня только пиццелицы и Маузер. Давай, муху наказывай. Муху, говнюху эту. Это беда. Это беда. Сейчас начнут. Конечно же, первым будет отгребать это пиццелицей. Если я плюху эту брошу. А, луч. Да нет, мы не уничтожим их здесь. Бедные пиццелицы, а. Упал. Упал смертью храбрых, ребят. Уничтожишь ты этим кругом, диском? Есть. Ну, друзья, я, главное, отыграл. Отыграл всех бойцов. И вот тебе лишний раз показывают, что Маузер действительно в соло даже очень неплохо рулят. Одну ступеньку пролетел. Вот. Давай заберем бесплатно пак. У меня что, 40 тысяч мутагена? Ух, так мы можем даже еще уровень прокачать Рафаэлю. Так, ну пробежимся вначале по серии испытаний. Армагон, Крэнк, Лео, Шреддер, Усаги. Ну что ты там, Зэк? Зэк такой, знаешь, стоит такой набычный. Че, ребят, давай, ну иди сюда, ё-моё. На, супостат. Подошел, как говорится, на колени, да? Стоит там набычный.
Он мне, знаешь, кого напомнил? Я вот сейчас вспомнил. Помнишь, игра такая Street Rage, вот это вот уличные это разборки, где ходишь там Bark Nile. Там типа такие же тоже с ракезами-то в очках такие. Бандосы, блин. Вот что-то мне сейчас такая ассоциация в голову пришла. Фига, Крэнк, молодец, молодчага, две атаки прописал. Просто имба. А вот этого надо на глушняк валить. Фиг там что получилось. Давай, Усаги. Я в тебе верю. Красные глаза, злой, красноглазый Усаги. Не, у кроликов на самом деле, ребят, красные глаза, если кто не знал. Так, вот и все. Вот и все, и нечего было паниковать. Бомбанули только шорох. Собираем, забираем награду здесь. И нам надо дальше эти поиски начать. Поиски мы продолжаем на пиццелицам. Хватает? Хватает. До 6-й ступени мы прокачали ему зомби-пицца. Так, давай, поехали. Настольную игру нам нужно было, да? Дальше. Не знаю, какой-то интересный комикс. Какой-то интересный комикс. Я даже не пойму, что это. А, комикс-варвар. Комикс-варвар и 4 пункта. Раз. Два. Три. Четыре. Все. 4 пульта. Прокачиваем. Но это пассивка у нас идет. Пицца на обед. Два этих 3D очка. Раз. Ну. Настольный вентилятор. Все, что хочешь. Там сотовый телефон дают. Блин, да вы достали. Дайте мне этот-то. В шоке. Не дают 3D очков, прикинь. Да вы издеваетесь, что ли? 3D очки, блин, дайте мне. У меня пицца кончилась, прикинь. Я так и не получил 3D очки. Последние. Зашибись, я тебе скажу. Просто зашибись. Так, где у нас там Рафаэль? Ребят, 97 уровень. 97 уровень. Остается совсем чуть-чуть для прокачки его на сотку. Так, ну а я еще пойду в испытание. Зайду на фарм. Вот он, на фарм Рокула. Вот 5 жетонов. Так. Кирби. Опять 25 жетонов. Во, Рокул выпал. Так, дальше он, по-моему. А где он у нас идет? Вот здесь вот. Так, осколки. Так, жетоны. Радарные маяки. И последняя попытка. 35 жетонов. Ну, нет. А сколько вообще мы уже насобирали? Давай посмотрим. 85, ребят, ДНК. 85 ДНК, то есть 15 еще нужно, и все. И все. Ну что, дорогие друзья, тогда мы, пожалуй, на сегодня будем заканчивать, да? Увидимся уже завтра на бусте, надеюсь. Ну, бусте я имею в виду на ускоренном прохождении игры. Все-таки понедельник. Завтра очень все это быстро будет продвигаться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.